уже открыли. Так, сейчас посмотрим, бегло. А, сегодня все вывезли. Здесь уже какие-то новые коробки. Ну, бегло как бы ни хрена нету. Опа! Магнитофона, кстати, нету, который здесь был вчера. Вот той фигни, сидишки смотреть, нету. Кофеварка осталась, пропеллер остался. Или подождите. А, не, магнитофон здесь. Вот он. Тут некоторые выдвинули версию, что это я приносил это все сюда. И монеты, и магнитофон. И сделал типа ролик показушный. Мне больше не хрен делать, как таскать магнитофоны. Опа. Банки по 1 кроне. Опа. Смотрим, сколько здесь их. 2. Так, эти не сдаются, это импортные. Пепси сдается. Видите, 1 крона. Уже 3 кроны. Опа. Опа. Вот эта фигня. Это из мебельного магазина они выкинули. Вот это вот. Фьюча. Это какой-то столик или какая-то фигня. Вот это я возьму сейчас домой себе. Покажу Юльке. Она охренеет. Ну все, тут больше делать нехрен. Вообще офигенная штука. Может, это был стол. А, это, наверное, был стол. И, может быть, стекло разбилось. Но стекло можно достать, и будет вот такой вот столик. Короче, надо узнать сначала, что это было. Стекло я достану. У меня, по-моему, даже на фирме есть стекло. Так, банки мы сейчас сюда забросаем. Смотрим дальше. Деревяшки, пусто. Но они сегодня вывезли все. Дерево. Пусто. Пусто. Так, что-то я здесь еще видел. Yes! Паркет Юльки на дачу. Ошизенный. Смотрите. Это дорогой паркет. Если и хватит, то будет офигенно. Это что? Подождите. Это тоже фигня. Это самое. Как его? Короче, это тоже классная фигня. Вот это вот. Забыл, как называется по-русски. Это я тоже беру. Ошизенно. Все. Вот здесь вот. Я не знаю, наверное. Ну, не знаю. 40 баксов. 3 банки. И вот этот вот столик итальянский. Все, зашибись. Сейчас приду домой, буду рассматривать. Короче, Юлька сейчас посмотрела по интернету, сколько стоит вот этот вот пол. Вот этот пол стоит 100 евро квадратный метр. У меня вот такие вот 4 штуки здесь. Вот, раз, два, три, четыре. Я думаю... 2 штуки вот такие вот. Это 1 квадратный метр приблизительно. Значит, здесь этого, здесь пола вот этого на 200 евро. Еще какой-то нашел паркет. Вот такой вот тоже неплохой. Смотрите на фактуру. Но его совсем мало. Ну, посмотрим, короче. Короче, вот я вам говорил, что в любой помойке можно найти товара. Хрен знает на сколько. Юлька, сколько вот такая штука стоит примерно? Ну, 20 баксов она точно стоит, я думаю. 160, где-то 120 крон. Ну вот, заход в помойку сегодняшний, ну 220 евро где-то. Что ты с этим делать будешь? Продам? Нет, почему? Хорошо. А что ты хочешь? На дачу, что ли? Ага. Ну, хочешь, бери. Что, мне жалко, что ли? Вот, и это хороший паркет. Хорошее качество. Но есть, конечно, и лучше. Ну, ты посмотрела, да? Это вот этот вот паркет. Шведский он, да?
Вот эта упаковка. Вы, кстати, тоже можете посюрфать, если вы не верите. Вот она упаковка, вот эта вот фирма. То есть посмотрите, коли уж не верите мне. Они сейчас опять напишут, что это я купил паркет и принес в мусорку и заснял. Ну, могло бы так быть тоже. Могло бы, мне больше нехер делать, как паркеты таскать туда-сюда. Все, давайте, короче. Пошел пиво пить. Ну и вот, вот этот вот столик. Короче, наверное, они кокнули в этом магазине стекло, я так подозреваю. И больше ничего не оставалось делать, как этот столик выбросить. Вот здесь должно быть стекло. Я стекло, конечно, найду. Может, оно только какое-то муранское там было, я не знаю. Но я стекло найду. Вот эта штука, она вот так вот гнется чуть-чуть. Вот это. Здесь, наверное, тоже какое-то стекло было внизу. Или не знаю, как, что за система. Ну, короче, стекло. Сюда я забацаю, и будет ошизенный такой столик в современном итальянском стиле. Если вы посмотрите на изработку, да, этого стола, это не какая-нибудь IKEA, это дорогой стол, потому что я знаю, что в этом мебельном магазине они продают только дорогие вещи. Видите, тут даже ножка такая. Можно делать разные уровни, если у кого пол не очень ровный. То есть это не какое-то говно, это я вам реально говорю. Этот стол, когда он, стол, когда был целый, он стоил, я думаю, 300-400 баксов. Все зависит, какое тут стекло просто было. Но я говорю, я стекло найду все равно. Вот. Ну вот такая вот походочка. Вот, видите, вот такие находки я нашел. Я даже сегодня от радости, что так много находок, да, нашел. Помыл голову, я ее обычно мою раз в два месяца, а сегодня вот думаю, ладно, сегодня можно потратиться на шампунь, потому что нашел много находок. Так что если у меня волосы распушенные, да, вы меня извините. Но я даже не только шампунь потратил сегодня, а потратился даже вот на такую вот рыбку, вот на такую вот, видите, макриль называется у нас, не знаю как по-русски. И купил вот такой вот пивасик. Я пивасик практически не пью, но это дорогой пивасик, американский. О, будем пробовать. Пивасик стоил $3.5, вот эта вот баночка. Давайте попробуем. Да, ребята. Это пивасик. Это всем пивасикам пивасик. О, с рыбкой сейчас. Самое то. Вот. Я не знаю, почему вы подумали, что это подстава была вчера, когда я нашел монеты. Я реально их нашел. Я, кстати, их вчера бросил, я даже на них не смотрел, я уверен, они дерьмовые монеты, и часы эти дерьмовые. Шведы ничего хорошего особо не выкинут. Но бывает и фарт. Вот. Пол выкинули с этого, с мебельного магазина просто, и вот этот вот столик, просто у столика стекло бы разбилось, наверное. А пол, наверное, они меняют. Пол у них лишний этот остался, они его выкинули. А пол реально стоит 1 квадратный метр 100 евро. Вот этот пол. Юлька посмотрела по интернету. Так что я сегодня древесины на 200 евро притащил домой. Правда, это не продать за эти деньги никогда. Вот. Либо Юлька на дачу постелит. Может, что-то же докупит чуть-чуть. Либо можно продать, но очень дешево. Но тем не менее, как вы видите, каждый день можно с помойки что-то носить. А я вам показываю только мою помойку. С американского дома. Одну помойку. А в нашем городе таких помоек миллионы. И в каждой помойке клад. Реально клад. Вот. Поэтому, если хотите,
Могу такие ролики с находками вам раз в недельку делать, чтобы вы посмотрели примерно, что выкидывают. Да я даже уверен, что в Москве, в нормальных районах и лучше выкидывают шмотки. Вот. Ничего там удивительного нету. Вот. Так что, вот такие вот дела, ребята. Кстати, тема следующего ролика. У нас один грузчик работал. Петька, его кликуха была. То есть старый канал смотрел, там и Петька был, и Колченогий, и Шимпанзе. Так вот, следующий ролик будет про Петьку. Почему про Петьку? Потому что он больше у нас не работает. Кое-что случилось с ним. В следующем ролике вам обязательно расскажу, что с ним случилось. Вкусно. Вкусно. Так, я уже начинаю пьянеть. Я бы не хотел, чтобы вы меня видели пьяным, да? Поэтому я закончу ролик. Давайте, ребята. Чао!